пятницу в Самарской области пасмурно, пройдут дождь и снег, местами сильный. Днем 0 плюс 2 градуса, ночью 0 минус 2. Ветер западный 3-5, порывы до 12 метров в секунду. В Сызрани на небе тучи, дождь, в светлое время суток плюс 2 в темное, нулевая температура, западный ветер 3 метра в секунду. В Тольятти пасмурное небо, осадки в виде дождя и снега, днем плюс 2, ночью 1 ниже 0, западный ветер 3 метра в секунду. В Самаре пасмурно, пройдет снег с дождем, днем плюс 1 градус, ночью 2 с минусом, западный ветер 3 метра в секунду, атмосферное давление 753 миллиметра ртутного столба. Влажность воздуха 92%, геомагнитное поле слабо возмущенное. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом gismeteo.ru. We'll be right back.